Да. Владимир Владимирович, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Пучков. И я вас категорически приветствую. Третьего дня по совету проверенных комрадов приобрел новый мега-девайс, анальную пробку Сталин 3000. Сразу же, задыхаясь от жадности, вскрыл коробку цепкими лапами и заюзал мега-девайс. Размер – мое почтение. Настоящей глыбой был Иосиф Виссарионович. Даже моя, привыкшая к суровым армейским будням жопа, отказывалась принимать с первого захода. Совместными с Олегом Зотовым усилиями забороли проблему. Ощущение от АС с автоматом не идет ни в какое сравнение. Кроме того, усы приятно щекочут простату. Проходил так весь день. Решительно готов к съемкам новой бездуховности.